Библейский портал экзегет.ру представляет. Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем наши беседы по книге «Исход». И сегодня мы будем читать 10 главу этой книги. В 10 главе рассказывается о 8 и 9 казнях, которые Господь наслал на Египет. «И сказал Господь Моисею, войди к фараону, ибо я отягчил сердце его и сердце рабов его, чтобы явить между ними сии знамения мои». Вот до этого момента, Почти всегда говорится, что фараон ожесточил свое сердце, фараон ожесточил свое сердце, фараон ожесточил свое сердце. И когда это уже был как бы окончательный выбор э, фараона, Господь, как бы соглашаясь с этим, сам ожесточает его сердце. Потому что Бог оберегает э, свободу воли не только праведных людей, но и нечестивых. Итак, сказал Господь Моисею, войди к фараону, ибо я отягчил сердце его и сердце рабов его, чтобы явить между ними все знамения мои. И чтобы ты рассказывал сыну твоему и сыну сына твоего о том, что я сделал в Египте, и о знамениях моих, которые я показал в нем, и чтобы вы знали, что я Господь. Вот немножко непонятно, имя Господь, как мы часто с вами обращаем на это внимание, оно означает милосердие. А разве уничтожение Египта, 10 казней на Египет, это акт милосердия? Да, по отношению к евреям, которых иначе бы египтяне не отпустили бы без этих 10 казнях. Моисей и Арон пришли к фараону и сказали ему, так говорит Господь, Бог евреев, «Долго ли ты не смиришься передо мною, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение?» Вот здесь интересная мысль. Господь дает нам пережить свободу для того, чтобы мы совершали ему служение. А если когда э, для народа Божия воцаряется свобода, а мы ее используем для угождения плоти, это значит, что вскоре Господь отнимет у нас эту свободу и даст нам стесненные обстоятельства в гонениях. А если ты не отпустишь народа моего, то вот завтра я наведу саранчу на твою область. Она покроет лицо земли, так что нельзя будет видеть земли и поезд у вас оставшиеся, уцелевшие от града, объезд также все дерева, растущие у вас а, в поле. И наполнят а, домы твои, а, домы всех рабов твоих и домы всех египтян, а, чего не видели отцы твои, не отцы отцов твоих, со дня, как живут на земле, даже до сего дня. Моисей обратился и вышел от фараона. Моисей уже не ждет от фараона ничего хорошего. Исидор э, Сивильский пишет, на восьмом месте упоминается саранча. Некоторые считают, что этим видом наказания э, поражается непостоянство несогласного с собою и враждующего человеческого рода. В другом смысле саранча должна быть принята за легкую изменчивость души, э, скитающейся и прыгающей в желание века. Действительно, поведение некоторых э, людей, да и наш собственный, иногда как некая саранча, так себя чувствуешь, когда поступаешь неправильно, похотливо и порочно. И наполнит дамы твои, дамы всех рабов твоих и дамы всех египтян, то есть это саранча, чего не видели отцы твои, не отцы а отцов твоих, со дня, как живут на земле, даже до сего дня, Моисей обратился и вышел от фараона. Тогда рабы фараоновы сказали ему, долго ли он будет мучить нас? Отпусти всех людей. Пусть они совершат служение Господу Богу своему, неужели ты еще не видишь, что Египет гибнет? Здесь мы видим, что сначала волхвы поняли, что нельзя э, бороться с Богом. Теперь все остальные слуги э, фараона, они тоже поняли, что Египет гибнет через упрямство правителя Египта. И э, в Библии э, есть такие слова, иногда человек управляет человеком во вред ему. То есть иногда над людьми такие правители, которые только вредят людям, и никакого облегчения от них для людей не бывает в принципе. Существует э, древнее предание, оно отражено э, в арабской коранической традиции что волхвы, которые первые взбунтовались против фараона, их фараон подверг мучительной казни, их всех распяли на пальмах за то, что они исповедали величие бога Моисея и отказались от своих ложных богов и отреклись от своего колдовства, и за это были распяты на пальмах. А тут вот и другие рабы фараона, ближайшие к нему слуги, прямо ему говорят, намекая на то, что из-за него гибнет страна, из-за него гибнет Египет. И возвратили Моисея и Аарона, то есть их вернули назад к фараону, и фараон сказал им, пойдите, совершите служение Господу Богу вашему, кто же и кто пойдет. И сказал Моисей, пойдем с малолетними нашими и стариками нашими, с сыновьями нашими и дочерями нашими, и с овцами нашими, и с валами нашими пойдем, ибо у нас праздник Господу. Фараон хотел понять, какая часть еврейского населения собралась идти в пустыню на три дня. И ему ответили, что пойдут все. И начал Моисей с малолетних. Почему? Он прочел как бы мысли фараона. Вот это мы видим. Фараон сказал им, пусть будет так. Господь с вами, я готов отпустить вас, но зачем с детьми? Видите, у вас худое намерение. Вот в советское время, как бы после воинствующих безбожных пятилеток, когда советский режим стал выдыхаться в борьбе с церковью, в борьбе с религией, они стали разрешать богослужение, открывали храмы, но они до последнего момента, Пока советская власть была, боролись э, против присутствия детей в церкви, детей в церкви. И я помню, что когда вот были пасхальные службы в советские времена, то ставились оцепления вокруг каждого храма и отлавливали детей, которые пытались э, пробраться на э, пасхальную службу. И вот этот, этот почерк, он один и тот же у древних гонителей веры и у тех, которые более близки к нам. И вот фараон э, делает это замечание, но зачем с детьми видите у вас худое намерение? Нет, пойдите одни, мужчины, и совершите служение Господу, так как вы всего просили и выгнали их от фараона. То есть эти люди проявляют жестокость, но как бы и некая половинчатость проявляется. То есть мы как бы не запрещаем, пусть идут, но идут только мужчины. Тогда Господь сказал Моисею, простри руку твою на землю египетскую, и пусть нападет саранча на землю египетскую, и поест всю траву земную и все, что уцелело от града. И простер Моисей жезл свой на землю египетскую, и Господь навел на сию землю восточный ветер, продолжавшийся весь тот день и всю ночь. Настало утро, и восточный ветер принес саранчу. «И напала саранча на всю землю египетскую и легла по всей стране египетской в великом множестве. Прежде не бывало такой саранчи, и после сегодня будет такой». Но ну, мы сами помним по истолкованию Исидора э, Сивильского, саранча – это образ э, нашей похотливости, когда мы скочим э, в похотливых страстях. А вот здесь говорится, что перед последними казнями э, такое множество саранчи, то есть такая похотливость будет э, к концу этого мира, когда последняя чаша гнева Господь будет изливать на власть Антихриста, что вся земля наполнится прыгающими, скачущими, как саранча в похоти людьми. Она покрыла лицо всей земли, так что земли не было видно и поела всю траву, то есть все жизненное уничтожается этой похотью, потому что те люди, которые э, утопают в разврате, они не заботятся о продолжении рода. И 16 стих. Фараон поспешно призвал Моисея и Аарона и сказал: Согрешил я пред Господом Богом вашим и пред вами. Теперь простите грех мой еще раз и помолитесь Господу, Богу вашему, чтобы он только отвратил от меня сию смерть». Ну, жить в таких условиях было невозможно. Моисей вышел от фараона и помолился Господу. Вот в Библии говорится о Моисее, что Моисей был наикратчайший из людей действительно, это надо иметь какое смирение, чтобы так себя вести. Он опять выходит от фараона и опять молится Господу. «И воздвигнул Господь с противной стороны западный а весьма сильный ветер, и он понес саранчу и бросил ее в Черное море, то есть в Красное море. Не осталось ни одной саранчи во всей стране египетской». Но Господь ожесточил сердце фараона, и Он не отпустил сынов Израилевых. И сказал Господь Моисею: Прости руку твою к небу, и будет тьма на земле египетской, осязаемая тьма. Вот я не знаю, помнил бы. Помнил ли об этом патриарх, когда он однажды говорил проповедь, он сказал, тьма безнравственности так сгущается в этом мире, что она может вызвать воцарение Антихриста, ускорить пришествие Антихриста. Это вот прямая аллюзия с этим текстом. И сказал Господь Моисею, прости руку твою к небу, и будет тьма на земле египетской, осязаемая тьма, то есть настолько, настолько плотная, что ее можно будет даже как бы осязать. Каждая казнь обнаруживает э, их падение. Каждая э, казнь является наказанием за те грехи, ибо Бог наказывает людей их грехами. «Моисей простер руку свою к небу, и была густая тьма по всей земле египетской три дня. Не видели друг друга, и никто не вставал с места своего три дня, а у всех же сынов Израилевых был свет в жилищах их». Ну, поистине, как сказано в Евангелии, и свет во тьме светит, и тьма не может его объять. «Фараон призвал Моисея, и сказал, пойдите, совершите служение Господу, пусть только останется мелкий и крупный скот ваш, а дети ваши пусть идут с вами. Но здесь непонятно, почему фраун так говорит, пусть только останется мелкий и крупный скот, а разве есть какой-то промежуточный скот между мелким и крупным? Он как бы подталкивает их к тому, что детей, что ли, приносить жертву, непонятно. А дети ваши пусть идут с вами. А в языческом мире такое допускалось жертвоприношение собственных детей. И, может быть, египетский правитель хотел спровоцировать евреев, евреев на такое действие, чтобы Бог отвернулся бы от них и перестал заступаться за них таким грозным образом. Но Моисей сказал, дай также в руки наши жертвы и все сожения, чтобы принести Господу, Богу нашему. Пусть пойдут и стада наши с нами, не останется ни копыта, ибо из них мы возьмем на жертву Господу, Богу нашему. Но доколе не придем туда, мы не знаем, что принести в жертву Господу. Здесь Моисей как бы говорит, мы принесем в жертву то, что Господь нам укажет. Но в некотором смысле, в этих словах Моисея, мы не знаем, что принести в жертву Господу, пророческое указание на Христа. Действительно, они до конца не понимали, какая самая совершенная жертва и ожесточил Господь сердце фараона, и он не захотел отпустить их. И сказал ему фараон, «Пойди от меня, берегись, не являйся более пред лицо мое, в тот день, когда ты увидишь лицо мое, умрешь». И сказал Моисей, «Как сказал ты, так и будет, я не увижу более лица твоего». Если говорить о десятой казнь, это будет самая страшная казнь. Ей предшествует казнь девятая, это тьма. И вот Исидор Сибильский пишет об этой казни. Сделались сумерки, или чтобы обличить слепоту их разума, или чтобы они поняли, что замыслы божественного управления и предвидения скрыты. Господь мрак сделал покровом своим. Псалтырь 17.12 который они дерзко и беспечно желали исследовать, выводя одно из другого и погрузились в плотные и осязаемые сумерки невежества. То есть вот эта тьма, она как бы вырвалась из их собственных душ, это их невежество вылезло наружу, и они погрузились в этот брак. И вот современный нам мир, который изгоняет Бога, который борется с праздниками Бога, с Рождеством, с Пасхой, они обнаружат свою тьму, когда реальная тьма обхватит их. Потому что казни египетские, они преобразуют казни, которые Господь пошлет на гибнущий мир, который провалится в апостасию, то есть в безбожие. Итак, Моисей покидает фараона и сказал Моисей, как сказал ты, так и будет, я не увижу более лица твоего. Но это говорит Моисей. И надо прямо сказать, здесь он немножко поспешил, сказав то, что он сказал.